Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 7 класс. Модуль 9. Модуль 9. Page 85. Страница 85. Shopping time. Время шопинга. Before you start. Перед тем, как вы начнете. What have you done to help the environment? Что вы делаете, чтобы помочь охране окружающей среды? Можно ответить так. I try not to throw garbage on the street. Я стараюсь не разбрасывать мусор на улице. I plant trees and flowers in our summer cottage. Я сажаю деревья и цветы в нашем летнем коттедже. Ну, на даче. In winter I feed the birds. Зимой я кормлю птиц. Have you ever planted trees or built nesting boxes? Вы когда-нибудь сажали деревья или строили скворечники? I planted trees and flowers last summer and I built nesting boxes at school. Я сажал деревья и цветы прошлым летом, или сажала, и я строил скворечники в школе. Look at module 9. Посмотрите на модуль 9. Find the page numbers for pictures 1-3. Найдите номера страниц для картинок 1-3. Picture 1. Page 91, картинка 1, страница 91, picture 2, page 88, картинка 2, страница 88, picture 3, page 86, картинка 3, страница 86. Find the page numbers for. Найдите номера страниц для shopping lists, списки покупок, page 86, страница 86, dictionary entries, статьи в словаре, page 91, страница 91, an email, email, page 90, страница 90. An article, статья, page 93, страница 93. Listen, read and talk about. Вы услышите, прочитаете и поговорите о eating habits, о пищевых привычках, food, drinks and containers, о еде, напитках и контейнерах, упаковках, going shopping, о походах за покупками, gifts, о подарках, idioms and sayings about food, о пословицах и поговорках о еде. Idiom — это крылатое выражение, пословица. Shopping choices — о выборе покупок. Learn how to — узнайте как. Describe objects — описывать объекты. Buy necessities — купить необходимые вещи. Practice — попрактикуйтесь. Countable, uncountable nouns — исчисляемые, неисчисляемые существительные. Quantifiers — квантификаторы. На самом деле это слова такие, как все, некоторые. Вот это они. Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Времена. Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Words often confused.
Match suit fit. Слова, которые часто смущают. Match suit fit. Phrasal verbs. Фразовые глаголы. Take. Pronunciation. Произношение. С. З. Reading rules. Правила чтения. C. S. Between vowels. Буквы C. S. Между гласными. Write, make. Напишите, сделайте. A paragraph about your diet. Параграф о вашей диете. An email to a friend describing a trip and your shopping. Электронное письмо другу, описывающее путешествие и ваш шопинг. A quiz about idioms and sayings. Викторина о пословицах и поговорках. A survey about shopping habits. Опрос или исследование можно перевести о пищевых привычках, о привычных покупках.